Приглашаю на свадьбу. Да? И кто она? Светлана. Представляем участников финала. Чемпион Франции Клод Лефевр. Чемпион Италии Ренцо Растини. Чемпион мира Иван Полесский, Советский Союз. Второй призер первенства страны, мастер спорта международного класса Николай Ястребов. На помосте Иван Полесский и Николай Ястребов. Оба не имеют поражений в этом турнире. Я, по-моему, ясновидец. Сегодня должно что-то произойти, да? Какой же ты ясновидец, если ты репортер? Ничего не произойдет. Ну, посмотрим. Ангард, это про месье? Али! Мне хотелось бы, чтобы Николай победил. Почему? Ну, всегда второй, вдруг первый. Представляешь, какая жизнь у него начнется. Ничего себе вдруг. 4 года. Аль, атак по Ардегор, Крис де Фер, Курлу, Туш, Курлу, Станцион, Форму Атуше, Адро. Отлично! Сможет ли чемпион мира изменить ход поединка? Сможет. Я не очень разбираюсь во всех ваших приемах, но Ивану будто что-то помогает. Да ему просто везет. А может быть, талисман на перчатке? Вообще, ты права, но талисман здесь ни при чем. Иван просто не боится проиграть. Ты не рассиживайся, шеф материал ждет. Похоже на то, что Иван проиграет. Посмотрим. Альт, альт, паде туш. Трудно. Никола сегодня в ударе. Я не делаю ошибок? Нет, он тоже не делает. Не надо их ждать. Сотвори бой. Иван!
Держись! Ангар. Прэ? Али! Альф, отодвиси, бру! Уже. Бру! Отдрот уже! Али! No. Pro. Report. No. No. To je na tak? Tuš. To je. A druhá to je. Урма, туш! Туш, адруа! Ничего, через 5 месяцев Николай возьмет свое. Заодно и кубок страны прихватит. Иван Полесский, победитель турнира. Снова Иван Полесский. Многократный чемпион Советского Союза. Как дела? Чем все кончилось? Привет. Ясно. А кто третий? Лефевр. Жалко, меня не было в финале. Точно. Лефевр говорит, как увижу Луцевича, драться не могу. Ты ему Эйфелеву башню напоминаешь. Ну, брось ты. Чего ж так переживать? Второй так второй. А ты 10-м местом доволен? Доволен. В прошлом году был 17-й. Слушай, ну ты расти. Привет. Коль, фехтование, конечно, не бой гладиаторов. Некоторые схватки скучно смотреть, а вот когда вы выходите с Иваном на помост, просто зрелище захватывает. Ты слышишь, что сегодня творилось на трибуне, да? Такой шквал атак. Здорово у вас получается. Пора кончать все это. А как же быть 10-м? Лучше быть 10-м. Победитель. А? 3 чашки кофе. О. Ну сколько можно ждать, ребят? Ну посмотри. Ну ладно. Если в следующий раз будет так, не подойду. Извините. 3 чашки кофе, все. И все? Угу. Слушайте, а вы новенькой, да? Да. А он старенький, у него есть свои традиции. 3 чашки кофе и 3 бутылки псоуса. Идет? Ну? Ну? В следующий раз я угощаю. Я с этим согласен. Я тоже, мне меньше раскошеливаться придется.
Девушка! Да не маши руками, ты же в обществе. Есть один прекрасный тост. Минуточку. Какой? Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана. Я. Кстати, твой стакан не так уж мал. За двух славных мушкетеров. Я сейчас приду. Я думаю, много говорить о турнире не стоит. А что-то особенное, это же не дипломатический прием. Я знаю, что вы, друзья, не с луны свалился. И ты занимал вторые, третьи. Вот именно от того, что я был вторым, третьим, десятым, знаешь, что это такое. О турнире говорить не будем. Как ты, Хвостов, говоришь? Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана. Ага. Будь здоров. Будь здоров. Будь здоров. Так-с, вот и Олесевы хоромы. Ты всю дорогу молчала. Если тебе эта поездка в тягость, то... Наоборот. Ну, а теперь из каких краев? Из далеких, дед. Птица ты перелетная. Зато есть куда возвращаться. Ну, слава богу. Ну, конечно. Вот, познакомься. Это Наташа. Здравствуй, Наташечка. Здрасте. А ты чего? Че? Как коняка в сбруе. Профессия такая, профессия. Профессия, да. Профессия. Отдыхайте, отдыхайте. Пошли. После свадьбы ты, пожалуй, первый раз была на турнире. Поздравляю. Зачем же меня? Это тебя надо поздравить. А я опять должна казаться веселой и делать вид, будто не замечаю его честолюбия. А возможно, и зависть. Ну, скажи что-нибудь. А и Б сидели на трубе. А упала, Б пропала. Что осталось на трубе? Что? И вот такая жизнь. А наша жизнь как дождь, не холодный, не теплый, серый. Скорее бы уехать, что ли? Что? А вот у меня мечта. Клею бы сейчас, клей забыли. Бодрый, весел, настоящий чемпион, как да. В той популярной песне. От всех болезней нам полезней солнце, воздух и вода. Устарела песенка. А ты новичок, Иван. Да, в чем? Во всем. Так радовался победе, как будто впервые узнал, что это такое. Да. А мне это нравится. Я даже завидую тебе. Жаль, что не довелось услышать, как ты объясняешься в любви. Пожалуйста. Если бы вы мне сказали, что звезды внушают вам грусть, сверканием отточенной стали от звезд в доме хватает. Значит, душа требует. Ребята, пошли с нами. Пошли. Ну, чего надулся-то? Чего надулся? Да ничего. Странный какой-то старикашка, правда? Хороший старикашка. Они вместе с отцом Ивана партизанили, а когда отца не стало, Иван жил у него. Наташ, тебе здесь нравится?
Нравится. Улыбнись. Замри. Забыл. Праздник там Ивана Купала. А у вас еще празднуют? А у нас еще празднуют. Вот моя лодочка. Садитесь и поезжайте. Поехали, ребят. Поехали. Поехали. Поезжайте, поезжайте. Свет, поехали. Я не поеду. Ну вот. Что, почему? Устала. Так что, мне тоже остаться? Да нет, ты поезжай. Откуда вы? Мы с того берега. А, привет. Давай, давай. Здорово. Пойду Наташу искать. Русалочка, прокатимся. А где же кони? Кони рядом. Слушай, дружочек, дай-ка я попробую, а? Валяй. Спешите смотреть бой на алебардах! Николай, держи!
Иван! Держи! Ну, потешим народ. Давай. Наташа, сейчас ты увидишь высший класс. Посмотри. Пожалуй, хватит. Победил Полецкий! Держи. Скучно что-то стало. Надо уезжать. Да ну. Людей посмотрели, себя показали. Эй, ты чё это? Света как-то странно ведет себя. С этими жертями мы погорячились. Ну, старик, это ты первый начал горячиться. Иван, Наташа не видел? Нет. Володя, греби скорее. Давай. Света, стой так! Сейчас сниму! Спортсмен, оберечь себя не умеешь. Бывает. Вот так. Приходи в понедельник к 3 часам, профессор будет. Ладно. Но думаю, что на 2-3 месяца ты выбыл из строя. Иван, я поставлю машину в гараж.
а почему я никогда не вижу твоих подруг? Их нет? А что у тебя было больше, двоек, троек или пятерок? Репортер берет интервью в необычном месте. Пятерок. Молодец. Не забудь, скоро концерт. Все приглашают папу и мам, а я тебя. Да, спасибо. А какой концерт? Какой? Моцарта? Володя, это платье мне подойдет? Красивое платье. Сама знаю, не подойдет. Володя. Володя. Послушай, друзья-соперники, неплохо, а? Эпиграф. С клинками идут на помост и сходят в обнимку с помоста. Один из них весел и прост, другому. Ну, в общем, тренируются у одного тренера. Неразлучны, старые друзья. И это несмотря на то, что один из них всегда первый. Сам написал. Ты помог. Шефом одобрено. Одна маленькая деталь. Друзья-соперники через черточку. На, держи. Да нет. Ладно, иду. Брось, у Полесского ястреба все нормально. А статью в набор. Черт. Что за дурацкая манера хлопать дверью? Володя, у тебя плохое настроение? Прекрасное. Что он там, блох на клинке ищет? Ты будешь драться с этим педантом. Финальная встреча за обладание Кубка европейских чемпионов между командами Вашаш, Венгрия и сборная Динамо подходит к концу. Счет 8-7 в пользу венгров. На поле боя вызывается Иштван Саба и мастер спорта Владимир Хвостов. Чем ты? Хотя бы о таланте. Стоп! Слева атака, справа контратака, выиграна. Судьба кубка в руках молодых фехтовальщиков. Иштвана и Владимира Хвостова. Чего надрываешься? Сейчас счет боя 3-4, впереди венгерский фехтовальщик. Стоп. Вот, прекрасная атака Владимира Хвостова, и счет боя стал 4-4. Итак, все решит последний решающий удар. Проиграешь, завяжешь чехол навсегда. Георгий Владимирович, я отказываюсь его тренировать. Он выработал себя. Все, потолок. Вы же видели.
Ну зачем ты так, Николай? Я свое сказал. Так вот, ребята, важное сообщение. Осенью мы примем участие в розыгрыше золотой сабли Лаеша Камоти в Будапеште. Это новый турнир. Поэт один, обладатель Кубка страны. Так, на сегодня все. А кто такой Камоти? Это национальный герой Венгрии. Неоднократный чемпион мира, боец сопротивления. Погиб в 44-м. Опять интервью? Да нет. Там Иван с машиной, мы тебя ждем. Оставь саблю в покое. Сабля Ивана? Да. Счастливая? Ты видел, как он ведет бой? Будь здоров. Фантазирует, ошибается. А в решающий момент улыбка. Такая добродушная. Потом все летит к черту. А ты одень ему перчатку с талисманом и улыбнись добродушно. Может, повезет. Я хочу его победить такого, какой он есть. Со всем, что у него есть. И я это сделаю, понял? А выходит, что вы с Иваном друзья только до помоста. А как же дальше? Эй! Кинь сигарету! Сейчас! Поймаешь? Давай, давай! Лови! Спасибо! Утро хорошее! Эй! Ну чего тебе, чего? Ничего, утро, говорю, хорошее! Хорошее, хорошее! Ну вот. Наташа, здравствуй. Здравствуй, проходи. Что с ним? Спит. Сейчас мы его разбудим. Привет. Привет. Ты что, перепутал день и ночь? Да. Снимки нужны для фотовитрины. Монахов просил. А они вот здесь, на окне. Посмотри, в черной бумаге. Угу. Черт бы побрал этот причал. Причал как причал. Обидно. За кого обидно? За Ивана? И за себя. Я очень серьезно готовился к этому турниру. Такое чувство, будто обокрал себя. Что за знаки? Ну, отвечай. Я тебя спрашиваю. Знаки как знаки. Есть одна французская поговорка. Предают только свои. Чушь. Бред. Выспись. Что здесь произошло? Ты знаешь, как Иван стал чемпионом? Нет. Утром он вышел на дорожку перворазрядником неизвестным, а вечером стал чемпионом Союза. Все его поздравляли, он даже не понимал, в чем дело. Но теперь он привык к этому. Да. Все, что произошло в лодке с Иваном, это не случайность. Что? Thank you.
Послушай, ты шутишь, а мне как-то не по себе стало. Володя, а вот если бы ты был тогда на веслах, и такое случилось бы с тобой, а потом твои друзья вот так же, как и ты... Ну, подожди, я ведь явный соперник, а здесь все очень просто. Пока рука заживет, а турнир тем временем будет выигран. Я не знаю, я просто на его месте отказался бы, и все. Раз, два. Первый на месте. Здрасте, Иван Муныч. Группа. Стой. Налево. Здравствуй, юный летописец века. Мальчики, мы сегодня опять фехтуем парами, поэтому без масок. Становитесь, как обычно. Ну вот, старый инвентарь. Фехтующие мальчишки, это мое хобби. Так что вряд ли это заинтересует ваш журнал. Иван Иванович, я не как репортер пришел. Мне очень нужна ваша помощь. Еще раз. Стоп. Одну минуточку. Володя. У тебя не получается этот прием, потому что у тебя плохая техника, и ты не веришь в этот прием. Ну, возьмите, покажите. И покажу. Надь маску. Да не надо мне маску, ты мне без маски не достанешь. Сам одень маску. Ну, одел. К бою. Мой нажим, нет, твой нажим, мой укол. Получил удар? Получил. А теперь я тебе покажу, как это медленно делается. Нажим, колю, давай. А вот отсюда подрубаю тебя под твою руку. Это понятно? Да, понял. Попробуй. Ну вот, скоро и конец. Да. Помню, в детстве у нас в деревне всех и все знали. Хоть летопись пиши. Биографию любого дома по бревнушку расскажут. А вот кто сделал мост... Или дорогу, не скажут. Говорят, всегда так было. А что это? Ну, кто построил этот, я буду знать. Ха. Первый. Даже жалко расставаться. У тебя бывает такое ощущение, не зная, что будет завтра? Я всегда знаю, что будет завтра. Сегодня ты не можешь держать саблю в руке, но зато у тебя есть все это. Пустая фраза «сотвори бой». Мне она, в общем, никогда не помогала. Человек живет конкретными делами. Бой – это конкретно. А сотвори – это уже из области фантазии. Находка журналистов! Чемпион мира на строительстве собственного моста в обществе друга. Привет, ребят. Привет. Между прочим, корреспондент – опасная личность. Точно. Угу. А ты знаешь, почему? Ну, почему? Всегда появляется неожиданно, ему всегда надо отвечать всерьез, даже если он... Ну, даже если он... Ну, давай, договаривай. Как бы тебе помягче сказать? Понял. Спасибо за невысказанное. Вот именно, не надо терять чувство юмора. Угу. Вопрос репортера. Что легче, построить мост или отказаться от турнира, а? А что касается турнира, то я участвовал в 5 чемпионатах, а выиграл только последний.
тому же все это не вечно. Не сегодня, завтра наше место займут те, о которых в спортивных газетах упоминают лишь скользь. Верно, Никола? Да, списывают быстро. И хотя порой бывает недюжа сладко, но надо вести бой, радоваться бою, черт бы вас всех подрал. Иван, это ты кому говоришь, себе или ему? Если хочешь, тебе тоже. А вот как ты думаешь, почему я бросил заниматься фехтованием? Ну, наверное, это не для тебя. Значит, каждому свое, а ты только что утверждал обратное. Ох ты. Вот подожди, как ты относишься к женщине? Они все одинаковые, кроме одной. Иван, а вот как ты относишься к зависти, к ревности? Слушай, хватит тебе! Никола, иди ответь ему на все вопросы. Есть один неясный вопрос! Один вопрос! Никола, иди-ка сюда. Слушай, парень, не порти аппетит. Да ты ешь, не обращай внимания. Эй, репортер! Ребята, стойте так! Иван Мунч! Еще немножко, можно? Правильно, еще 5 минут. Ага. Быстрей! Еще быстрей! Давайте полным темпом. Точнее. Хорошо. Спасибо. Стоп. Я не хотел тебе раньше говорить, Володя. Монахов отклонил твое участие в турнире. Наташ, давно ждешь? Да, давно. Извини. Ты меня прости, что я не пришел. Не оправдывайся. Не буду. Володя, знаешь, мне перед концертом даже не хотелось, чтобы ты приходил. Волновалась очень. А потом начала играть, и все прошло. Даже не знала, хорошо играю или плохо. Ты меня слушаешь? Да, слышу. Володя, знаешь, мне так хотелось с тобой обо всем поговорить, а ты не пришел. Что-нибудь случилось? Пока с тобой, любимая девушка, ничего не потеряно. Кто это сказал? Не знаю. Вот, я тоже не знаю. Наташа, когда следующий концерт? Следующего концерта не будет. Я помню каждое наше слово, каждую встречу. А сегодня все как будто не так. Я тебя знаю и не знаю. Наташа, а что, мы до вечера здесь будем?
Понимаешь? Подожди меня здесь, я сейчас. Привет. Репортер. Здорово. Георгий Владимирович, я к вам. Слушаю тебя. Разрешите участвовать в этом турнире, а? На каком же основании? Ты же ушел из клуба. Я понимаю, оснований нет. Проверьте. Здесь 5 сильнейших, проверьте. Валера, возьми саблю. Ну вот, опять я. Можно, Николай? Ладно. Одевайся. Спасибо. Судит Олег Борис. К бою. К бою, готовься, начинайте. Стоп. Последняя атака справа. Защита. Ответ был. Удар направо. Готовы? Продолжайте. Стоп. В атаке был. Налево удар. На сложную атаку контратака. Время выиграно. Был. Налево. Готовы? Смена мест. Готовы? Продолжайте. Стоп. Последней атаки был. Ну был, как? Налево. Неплохо. Готовы? Начинайте бой. Стоп. Мальпари. Удивил, старик. Георгий Владимирович, допустите его к турниру. Я вас прошу. Хорошо, подумаем. Все свободны. Значит, рвешься в бой? Да, рвусь. А мне не хочется. Я хотел отказаться от турнира. А монах послал тебя к черту, так что ли? Да. Виновных ищешь? Ищу. Шесть один. 2-5 предлагаю. 2-5? Да. 6-1. Слушай. Слушай, чего? 6-1. Давай, точно. Мне сам Олег сказал. 6-1. Поставим на двоих, а? Какой, а? Олег? Вещи, что ли? Не, я не играю. Да подожди, я тебе точно говорю. Больше никакой не возьмешь. Посмотри в программу. На кого ставишь? Да подожди, ты слушай, ладно. Не слушайте, он ничего не понимает в бегах. Я не понимаю. Конечно. Ха. Слушай, точно. 6-1. Понял? 6-1. На гамму ставят. Я видел ее на разминке, кляча, да и только. Что, гамма кляча? Конечно. А ты на кого ставишь? Хотя бы на Лютика. На Лютика? Бывает так, что самый паршивый лошадь вдруг выигрывает. Бывает. Бывает рак на горе свистит. А что, бывает и темный выигрывает? А. На гамму поставил. Новичок. Что ты принес? Буфет такая толщина, Наташ, ты прости. Ну ничего, мне уже не хочется. А это что? Да, попробуем сыграть. Значит, тебе нравится? Да нет, ну, посмотрим.
Это всегда первое. Володя выиграл? Не совсем, все зависит от следующего заезда от гаммы. Интересно. Шестой заезд, номер один, гамма. Ах, вот оно что. Гамма — это самая паршивая лошадь. Так что же это такое, подлость или случайность? Пока теряет друзей, ничего не приобретая взамен. Черт, ну зачем пришел на ипподром? Нет, начал сомневаться, отступать ведь поздно. А не лучше ли пойти к Ивану? К Ивану. Иван и слушать не станет. Верить Николаю. А я вот не верю ему, и все. Вот не верю Николаю. Все-таки чего-то не хватает. Все хожу вокруг да около. Вокруг да около. Да. Надо просто решиться, и все. Надо. Давай! 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 Первый закончила бег гамма, 2 минуты 30 секунд. Жокей первой категории Писанков. Парень, выручила тебя моя темная, а? Наташа, подожди. Темная выручила тебя, а? Денежки получать идешь. На, держи. Парень, это же сумма. Тебе за гадание. Идиот. В Дубровном я дрался с ним. После боя он сделал хороший жест. Я чуть было не поверил ему. Только он все врет, все врет. Даже эта кляча сказала мне, что он врет. Зачем ты так говоришь? Николай твой товарищ. Вот я и встречу с ним в поединке один на один. Честно? Честно. Да он сильнее тебя, а ты надеешься на случай, как здесь, на ипподроме. Ничего, я выиграю, понятно, выиграю. Я не приду на этот турнир. Ну и не приходи, ну не приходи! Не кричи на меня! Ну ты пойми, Наташенька, я должен драться. Ну хотя бы ради Ивана. За каждым Иваном всегда гонится какой-нибудь Николай. Они друзья. Но друзья и должны встречаться в честном бою. И вообще, какого черта ты его защищаешь? Я тебя защищаю. Здрасте, Иван Эдмундович! Здравствуйте, Володенька. Я сегодня смогу уделить вам больше времени. Спасибо. Для тренировки. Вы знаете, я узнал о вашем успехе на спортбазе. Вы вели себя как настоящий мужчина. Спасибо. Иван Эдмундович, скажите, пожалуйста, а вот когда вы дрались... На дуэли вы ощущали страх? Это что, вопрос репортера? Нет. Ну, идите, одевайтесь. Ага. Идите, идите, идите. Юра, подойдите ко мне. Я сегодня поздно освобожусь. Мне твой шеф сказал, что ты собираешься в экспедицию на полгода. Прямо бежишь. Могла бы прежде посоветоваться со мной. Разве тебя это интересует? Свет, чем ты недовольна? Тебе всегда нужна ясность и определенность. А я просто устала. Устала быть твоей тенью. Устала улыбаться и грустить, когда тебе это нужно. Я даже работу свою забыла. А в общем, кто я для тебя? Что-то вы редко стали навещать нас. Времени нет. Ага. Говори все. Ну разве так трудно говорить? Почему? Мы просто перестали понимать друг друга. Давно.
Наташа, здравствуй. Ты как здесь? Да, там вахтер меня еле пропустил. Подожди, вы же с Володей должны быть в Москве. Ну, вот приехали. Ага. Что-нибудь случилось? Понимаешь, я не знаю, может, я не вовремя... Ты садись. Садись. Мы вчера с Володей были на ипподроме. А с Володей просто стало невозможно разговаривать. Он говорит, что Николай вообще способен на подлость, даже если то, что произошло, случайность. А почему тебе Николай сам не рассказал обо всем? О чем? О том, что с вами случилось в лодке. За 10 лет нашей дружбы столько происходило, и столько еще произойдет. Привет! Что это вы все на ночь глядя? Раздевайся! Ну чего ты молчишь? Почему ты раньше ничего не рассказал Ивану? Ну, успокойся. Успокойся, а, Володя? Успокойся, а. Есть люди, о которых нельзя думать плохо. Просто невозможно. А обо мне можно. Кто-то решает мировые проблемы. Земля, космос и все остальное. А мне на фото поставили крестик и хотят знать, на какую подлость я способен. Не слишком ли мало? Иван, я... Впрочем, все правильно. Хвостов проницательный парень и отличный следователь. Столько сложностей. Попроще. Помнишь, 2 года назад в парке? Тебе она тоже нравилась. Я боюсь потерять ее. Это правда. Как тебе здесь одному, дед? Я не один. Вот вы приехали, а с утра Светлана здесь. Дед, давай тебе как на день рождения устроим, а? Тебе сколько лет? Да и не помню. А по паспорту? Даже не заглядывал. А ты помнишь себя в 30 лет? Женился, землю пахал. А в 40? Партизанил с твоим отцом. Любил я твоего отца. А я его не помню. А мне вчера 30 стукнуло. Да ты вроде не в себе. Так уж заметно. Взял бы ты бабу добрую, да женился б. Другие взяли. На, подержи. Поедем мы. Чего? Оставайся.
На охоту сходим завтра утром. Держи. Завтра воскресенье, мирный день. Че это, заморозка? Мирный. Завтра 60 человек вступит в борьбу вот за такой вот кубок. А тебе охота посмотреть, да? Друг у меня там. Будь здоров. Ну, будь здоров. Ты знаешь Ивана Эдмундовича? Да, знаком. А мне казалось, его никто не помнит. Он так не любит рассказывать о себе. Он забавный тип. Говорят, когда-то в молодости окончил кадетский корпус, представляешь? Большой мастер фехтования, но, к сожалению, для спорта ничего не сделал. В свое время был неудел, а теперь уже поздно. Да нет, не поздно. Сейчас он тренирует совсем ребятишек. Оказывается, как все просто. И в 70 можно начать все сначала. И в 30, если не все потеряешь. Или не отнимут? Добренький дед Олесь, только в чемпионской майке. Чудно. Бой повел хвостов. Так все-таки, что ты хочешь? Понимаешь ли, есть зло, которое скрывается не только за витринами стен газеты, не проходите мимо. Да, но на должность ясновидца, кроме фотоаппарата, нужно иметь еще право. Угу. Есть факт. Ты не подумай, что я играю в благородство, сейчас совсем нет. Раньше я думал драться за тебя, а понял, что это совершенно бесполезно. Больше всего это мне нужно самому. Интересно. Время идет, нужно спешить, нужно строить свой мост. А это начало. Факт. Минутная слабость человека, на которой ты торопишься застолбить свое. Ничего себе начало. Что ты знаешь о Николае, кроме того, что он второй? Нужно влезть в шкуру человека, прежде чем иметь право судить о нем. А все, что ты делаешь, называется одним словом. Тебе назвать его? Назвать? Впрочем, не стоит. Если завтра все пойдет так, как ты захотел, оно тебе подвернется самому. Ну, мне пора. Я знаю, что тебе трудно. И всегда было трудно. Обычно ты говорила, желаю удачи. И безразличным тоном? Я этого не сказал. Но так было. А что же изменилось? Ты. Может быть, тогда я просто не знала, чего хочу. Чего же ты хочешь? Быть твоим другом. Успокойся. Обычный турнир. Нет, не обычный. Но я знаю, что все будет хорошо. И здесь, и в Будапеште. Правда. Спасибо. Стоп, в атаке. Был. Направо. Итак, определился первый финалист Кубка Советского Союза. С Быковым хорошо работал, молодец. Ну как там? Все хорошо. Заснул, что ли?
Устал. Сейчас я приведу его в чувство. Ну, теперь остался только Алиханов. Алиханов еще драться с Хвостовым. Алиханов его не пропустит. А ведь это, ребята, крепкий орешек, Хвостов-то. Видно, проглядели мы тогда парня. Николай, пора одеваться. Алиханов? Хвостов. Ладно, ладно. Фу. Молодец, Володя, хорошо дрался. Я очень доволен. Меня напомнил в молодости. Ну что вы, Иван Иванович, вам большое спасибо. Игорь, ты не видел Хвостова? Там. Поздравляю вас, Ван Мун. Спасибо. Такая неожиданность. Спасибо. Я думаю, что Володе стоит подумать о скорости. Правильно. Николай опасен в ближнем бою. Удивляешь. Молодец. Не ожидал. А что, если я сейчас не выйду на помост? Выйдешь. Куда ты денешься? А потом помост не дуэли. Здесь виновных и правых искать не стоит. Их нет. На помост вызываются мастер спорта международного класса Николай Ястребов и мастер спорта Владимир Хвостов. Кстати, вот и ответ на вопрос. Что легче, построить мост или отказаться от боя? Прекрасной атаке первый удар наносит Владимир Хвостов. 1-0. Он ведет бой. Натаскали за 3 месяца. Ха, старый ты конь борозды не испортит. На этот раз новый обладатель Кубка страны Николай Ястребов. Позвони вечером. Я буду ждать. Неправда, что грусть уплывет без следа, как в марте уносит снежинку вода. Неправда, что радость, как птица, мелькнет, и ветер в лицо, и вьюги кольцо. А радость живет, а радость живет, а радость живет. Заканчивается посадка пассажиров, вылетающих рейсом 52-58 в Будапешт. Дорогой одной нам идти далеко, дорогой крутой нам идти нелегко, но дружба мужская во все времена, глухой листопад, слепой снегопад.
Крепка и верна, крепка и верна, крепка и верна. Слушай, я хотел тебя спросить. Вот мы многие годы вместе. И вот сегодня, в эту минуту, мне хотелось бы знать... Какова мера дружбы, такой, как у нас? Все может быть, исключая только подлость. Кто-то шепнет, что устал и не смог, что в мире немало коротких дорог. Упрямая вера мужчинам дана, и мужество друг без всяких порук. На все времена, на все времена, на все времена.